Да, я слышал салон. Какой Nissan, что нужен? Объем? У меня дочная заслонка есть на Nissan Qashqai 2. У меня она стоит 30 тысяч. Да. Ну, если есть фотография, вот здесь отправьте, посмотрим, сопоставим. Это надо только ставить, проверять. Какой-либо 100% гарантии нету, что оно 100% будет работать. Только поставите, только проверите. В случае неисправности верните обратно. Ауди кандай? Опель. А, опель кандай? Электробайк. Электробайк, фара? Рестайлинг па? А? Қай жылғы? 2002. Бізде бір фара, бұл Opel Vectra бір фара 30 мың теңге тұрады. Бар ма өзі? Иә, бар. Әлі салғаныңыз бар ма? Капот. Капот 60 мың теңге тұрады. Төмен түспей ма бағасы? Одан төмен түспейді. Тағы да жеп көріңіз базардан. Шығады. Неге жоқ қой? Маздағы жоқ қой енді ғой? Mazda MPV жоқ, менде қазір жоқ. Фара қандай көрші? Фара... Сіз маған WhatsApp-қа жаздыңыз ғой, мен сізге видеосын жіберем қазір. Леу фара бар ма? Я, мен сізге видеосын қазір жіберем. Я, сіз пока қала беріңіз. Да, слушаю. Так, нет, рычага нету на Сигму, нету. В общем, у меня не было ни возможности говорить на видео, чтобы озвучить это крыло. Ну так, начнем. Это, в общем, крыло на Mazda 626 Кронус, да? Такого вот цвета. Я уже видео на стадии завершения, а я только-только начал о нем рассказывать. В общем, такое вот крыло. Здесь вот по крылу есть эти царапины. Я вам показывал. Здесь я более детально обращал на это внимание. Здесь есть царапины. Так. Вот здесь вот есть немного вот загнуто, что ли, или что. Вот так вот. Вот так вот делаешь. То ли загнуто, то ли что вот тут. Так, и в принципе внутреннюю сторону только что тоже показывал, по внутренней стороне, что я там видел, по внутренней стороне вот, вот эта вот ржавчина, ну и в принципе все, больше какого-то чего-то другого нету.